В российской истории есть две войны, которые имеют название «Отечественная». Это война с Наполеоном в 1812 году и Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Современные молодые люди не всегда понимают, почему их так называют. Поэтому еще одна история о том, почему эти войны отечественные. Во Франции война против России получила в свое время название «Русская кампания 1812 года». В английской историографии это событие названо «Французское вторжение в Россию 1812 года» или иногда «Вторая польская война». В российской историографии можно встретить необычное название этого события – «Нашествие 12 языков», являющееся фрагментом цитаты Александра I о многонациональном составе армии Наполеона из манифеста о начале войны. Буквально. Нашествие галлов и с ними 2 на 10 языков, то есть 12. Так почему же все-таки закрепилось название «отечественное»? Слова «отечество», «отчизна» означают в русском языке страну, где родился человек, страну предков этого человека, то есть его отцов. Собственно, войны, в которых армия защищает территорию своей родины от иноземного нашествия и попытки завоевания, в нашей истории называют отечественными. Поэтому наполеоновское вторжение в Российскую империю 1812 года и гитлеровское вторжение в СССР в 1941 году в российской исторической науке называют отечественными войнами.